Итак, с вами снова Золотой Член, и сегодня я буду делать то, что делаю лучше всего — покупать альт-аватары Хона. Вышел свежий патч 3.7.12, который привнес нам кучу разной приятной ерунды. И конкретно сегодня это новый альт-аватар Гласиуса. Циркон Гласиус из коллекции Парагон. Потрачено. Вы думаете, купили альт-аватар и все? Мастера Доната? Да где там? Надо еще купить все улучшения. Ну что ж, как всегда, испытаем героя на практике. Легион к победе! Гласиус. Циркон Парагон Гласиус. Давайте рассмотрим этого сурового деда поближе. Пафосный золотой мужик с непонятной хреновиной на руке. Здесь самое место для вашей шутки про фистинг. Золото золотому члену. Оденем его, как подобает. Сапог. Да. Portal Key. Конечно. Shrunken Head. Само собой. Кудра Шипстик. Конечно же, Staff of the Master. После реворка он творит чудеса. Ну и Frostfield Plate. С ним я чувствую себя в безопасности. Красивый альт-аватар. Мне нравится. Красивые эффекты. Золотой Гласиус золотому члену. Красота. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй, это же Гласиус, грыжа на теле мирового компетифхона. Инстант пик на любом турнире. Великий, могучий Гласиус. Никто не устоит перед его силой. Этот аватар я рекомендую к покупке. Очень приятный. С приятной анимацией автоатаки. Красивыми эффектами. С такими вы точно зажжете танцпол. Ну или затащите катку.
Какое сейчас время? Время убивать Андромеду. Больше Андромед, богу Андромед. Какая опасная тусовка. К победе! Вот так мы это и делаем. А теперь краш-тест в моей системе. Да, детка. Вот и он, нагиб. В общем, несмотря на эти дикие лаги, продолжайте играть в Хон и покупать альт-аватары. С вами был Золотой Член. Удачи!